Друзья мои дорогие, сегодня хочу показать наипростейший, но очень нам любимый салат из соленых огурцов. Для этого нужны соленые огурцы. Порезала я их вот так крупными дольками. Под низ сюда подкладываю тряпочку, чтобы доска не ерзала. Нужно порезать лук полукольцами, половину луковицу. Добавлю укроп порезанный и вот такой соус. Заправлю соусом сацебели, который я закрывала летом, и рецепт я выкладываю на своем канале. Но если нет соуса сацебели, можно там кетчупом каким-нибудь очень вкусным заправить. Получается шикарный, остренький такой салатик. Приятного аппетита вам! Всего доброго! Пока-пока!